Доброе утро! Сегодня расскажу о том, как быстро почистить апельсин, не забрызгавшись при этом его соком. Для этого нам потребуется сам апельсин, нож и обыкновенная столовая ложка. Сначала мы крепко прокатаем апельсин по поверхности. Делаем это для того, чтобы кожура отошла от мякоти. Затем вооружаемся ножом и делаем тонкий надрез по всему диаметру апельсина. Важно, чтобы он был неглубоким, иначе мы повредим мякоть. Теперь берем ложку и аккуратно протискиваем ее между кожурой и мякотью. И затем круговыми движениями начинаем чистить апельсин. Полдела сделано! Теперь с другой стороны. Ну вот и все. Апельсин почищен и готов к употреблению. Проще простого.